Всем привет. Выезжаем на первый лед. Итак, приехал я первый раз на лед. Лед очень тоненький. Сейчас посмотрим, что будет. Ловлю, как говорят, на чертика. С подсадкой червя. Но еще темно. Возможно, еще ничего не будет. Но рыба уже проходит. Вон я на фиштандере смотрю. Есть. Появляется. Так что будем уже включаться, когда начнется клев. Так, я прошелся по лункам. Но окуня не видать было. Сейчас здесь вот есть уже. Поклевки есть. Так что есть первый кушок в этом году со льда. Первый за много времени. И то маленький такой. Не знаю, брать, не брать. Очень маленький червя сбил. Пускай идет. Если уплывет, то уплывет. Нет, то... Нет, его раздуло. Не пошел. Ушел. Оп, есть. Сбежал. Не, сына, сам делай, учись. Работай. Есть поклевочки. Опа. А, сошел опять. Сегодня народа будет. Потому что это единственное озеро, на котором... Вернее, ближайшее единственное озеро, на котором есть лед. Так что такие как-то дела. Так, поклевывает по чуть-чуть. Прошлого года почти я нашел старую точку. У меня вот на этом фишфайндере есть GPS. И я пришел практически на старое место. Мой малыш взял окушка только что. О, взял. Есть первый, второй вернее. Первый маленький был, этот более-менее нормальный. А, нормально, еще меньше. Как ты мог такой огромный? Так, пойду глаз выйму в окуня. Перешел я на второе место. Уже, наверное, не на второе, а на четвертое. Пока нету, не хочет у меня что-то. Хорош. Интересно, глаз не хочет брать. Червя брал, а глаз не хочет. Оп. Сразу есть. Так
Какой мелкий, я тебе говорю. Куда его? Одна мелочь. Что с ним делать? Очень мелкий клюет. Сейчас опять будет прямо, прямо ему под нос. Бьет уже. Надо на Swedish Pimple. А Swedish Pimple я вчера не поехал, не купил. Где-то есть там, надо искать. Ах, сошел. Крупный клюнул, потому что упирался. Да что такое, тройник и не может взять на тройник. Тройничок. Поклевывает как-то странно. Как будто он его просто удирает. Толкает еще, но рыбы много. Рыбы вот это все. Вот это все черное, это все окунь идет на дне. Вот здесь. Нет, не взял. Пока я покажу. Форельку, наверное, взял. Ух, окунь, я думал форель. Вот это нормально. Вот такие вот. О, вот это окуня. Вот это я понимаю. То, что надо. Я думал форель. Может и мой, не знаю. Не. Ну, ты же взял. Не понял, что не сходит. Поднимаю. Маленькие крючочки и все равно. Прямо к ним туда, в гущу. А, ну вот опять сошел. Да что такое? Поднимаю на пол воды и все. И хорошие начали клевать. Крупняк подошел. Опять клюнет. О, все, он клюнул уже был. Вот это хороший ударчик. Хороший окушок взял. Крупный. О, заглотил. Жадно. Скажи, а? Теперь тебе выковырять оттуда. Надо плоскогубцы брать. Вот это хороший взял. Крупничок. О, такие. Вот такие окушки можно ловить. Это такое. А
то подошла одна мелочь, клюет меленький. Я думаю, что-то он не может взять. Оп, уже не успел опустить, висит. Сразу схватил. Когда крупный, он берет отлично. Вот такие окуня. Неплохой. Что, Саня, клюет? До самого дна. Полотенце забыли, а? Нечем руки вытирать. Сейчас опять поднимается. Вот сейчас клюнет. Клюнет сейчас. Оп, есть. А я на фишфайндере вижу, как он поднялся. Да. Чертик этот хороший. Тоже отлично. Крупнячок. Вот это то, что надо таки. Так, приходится плоскогубцами. Потому что заглатывает. А? Открывай рот. И кома. Опа, есть. Так, а ну-ка сейчас посмотрим, что получится. Пойдет, бери. Клюет уже. А? Сразу хватает. Хорошая стайка подошла, крупненьких таких, отличных окуней. Такой пойдет. А глаза нет уже. Только опустил, все есть. Такие красавцы. Ну, как бы стандартные они здесь все. Бывает, что немножко крупнее попадет, но, в общем, один стандарт. Знаешь, за рыба. Ну, так мне она подходит и уходит. А ты что свой не брал? Я же тебе говорю, бери. Ну, ты все позабывал. Перчатки бери, если хочешь. Вон, бери перчатки. Нет у меня сейчас рыбы. Сидит уже, пока опускал. Маленький. И то есть запутался. Этот, если не выловят, то будет жить.
штука уже поймал. Буквально за минут 15, может меньше даже. Дождик какой-то начинается непонятный. Так что сейчас будет клевать, потому что... 31. Да, 31 фит. Надо это переводить на наши, сколько метров. Молчит. Девять метров, да? Рыб 9 метров. Что-то крупное вобрало. Вот это кабан. Это хороший. Такой красавец. Самый больше, самый крупней. Наконец-то ты, да? А ну-ка. Отличный. Ну да, с икрой это то, что надо. Пойдет, отличный. Так, перешел я на новое место. И вот буквально за 5 минут, раз, два, три, четыре, 5 штук клюет. Неплохо. Там стоял, начали бурить вокруг меня, обурили, рыбу распугали, и все, и клев перестал. А вот сюда перешел, и сразу такие поклевки классные. Видишь, сразу раз, и есть все. Только до дна. Хороший тоже крупный идет. Сейчас посмотрим до дна. На дно опущу, клюнет, нет. Там попробуй. Так, на дно. Ну давай, рыба есть. Активно клюет. Бьет, но... Опа!
Алекс, ничего? Сюда иди. Клюет очень хорошо. Так, буквально вот. Говорю, буквально вот за пару минут, минут 10 мы набросали с малышом. Опускай быстрее, Алекс. Пока он стоит, надо ловить, а потом он уйдет. Ну да. О, у тебя хороший тоже. Да, у меня глаза нету, поэтому я и бил плохо. Надо глаз нацепить. Отобрать кого-то. А, да что такое? Возьмет и сходит. Этот уже взял. Хороший. Упирается. Вот этот красавец такой. Такие вот красавцы. Все с икрою. Ну да, уже глаза нету. Потому что... Ну да. А, я знаю. Бери. А? Бери. Ну да. Такая кучка невеличка. Давай, клюй. Есть, хороший. Этот крупненький взял. Аж желтый такой, старый уже. О. Вот на такого чертика ловлю. На глаз. Самодельно. Александр, что у тебя не клюет, что ли? Замерз? Сейчас как бы на пол воды. Yes. Можно я 5 штук возьму себе? И я хочу рецепт сделать. Хорошо, делай, как хочешь. Ух, опять хороший. Уже глаза нет. О, Сашка вывалил, вау. Молодец. Да, хороший. Юра! Куда уже до лунки лезешь?
плоскогубцы дать? Только за тройничок бери. На, на, Саш. Уже сидит, пока я тут Саше плоскогубцы давал. Хороший опять. Красавец идет. О, такие. То, что надо. Сейчас. Нам бы их посчитать, Саня. Вот здесь лимит. Так, вот мы уже отловили все. Нам уже домой пора. Так, по быстрочку. И все. Клюет, как тут у нас лимит установленный. 25 штук на человека. Мы поймали 50, и все, уже пора домой. Все, пока. До встречи опять. Так. Вот столько народа. Мы уже отловились, помогли другу своему наловить. И уже едем домой. Нет, можно по дну постучать немножко. Я хотел показать, вот такие вот подставки под удочку сделал. Вот разборные. Зарезал под 22,5 градуса. Вот так собрал, поставил. Все, готовый. Можно развернуть в другую сторону, будет выше. Все, вот такая подставочка. Так что кому-то, если нужно, так делайте. Да, хорошая штука. Разборная, места много не занимает. Все. То я забыл показать. Все, домой по коням. Красота, ну народа наехало.